И всем привет, с вами Павишка, и сегодня я опять решил поиграть в игру Губки Боба. Сегодня игра Squidward Sizzling Scare. Названия какие-то у них у всех странные. И, короче, Squidward тушит огонь. Назову ее как-нибудь Губка Боб, квадратные штаны помогают Сквидварду тушить огонь. И тут нужно нам вот так вот стоять и тушить. Ой, а что это у меня сразу? Это так много очков. Что получается, если я несколькими штучками... Хотя нет. Ну ладно. Не знаю, сколько я тут наберу. Но я тоже 100 тысяч миллионов лет назад в нее играл. Надо бы мне вот так прямо в микрофон говорить. Да, у меня хоть и нет поп-фильтра, но... Ну вот так. Игру вы 100% слышите. Не на 100%, а 100%. А, смотрите, он до конца не достреливает. Блин, вот во всех этих играх Губки Боба пауз нет. Вот почему-то. Не знаю. Ой-ой-ой. Ну блин, когда уже экшон будет? Когда они пойдут быстро? Видео, как всегда, будет коротеньким. Но коротенькие видео почему-то, мне кажется, еще лучше. Нравится. Ну, по крайней мере, мне. Мне больше коротенькие нравятся. А, да, за синенькие, вот за эти, дают по одному. А за красные, о чем он там говорит? А вот за эти по 10. Ну блин, вот почему тут нельзя делать паузу? Похоже, мне придется говорить не переставая. Просто у меня на заднем плане звуки, и их надо как-то потушить. Поэтому я буду говорить все время. Ну да, тут вроде... Ай, блин. Нос чешется. Похоже, все уже, экшон пошел. Из-за того, что нос зачесался, я не смог ее сбить. Так, сейчас я мышку вообще сломаю, тут все закликал. Так. Не играю, буду ли я еще Beating of Isaac играть, ну вроде бы он мне нравится, и я буду в него еще играть. Вообще экшен. Так, у нас уже 718 очков, ну давайте хотя бы 1000 наберем. Так, надо мне вот как-нибудь вот так. Она же все равно по всей линии пробивает. Все, экшен пошел, это уже 98%. Хотя нет, еще экшена нет. Надо их вовремя успевать тушить в линию, а то будут они вот так идти и идти. Так. Так, надеюсь, вы телевизор не слышите на заднем плане, но по идее, не должны слышать. Так. Ну, блин, вот все, я 1000 уже набрал. Когда уже мощный экшон пойдет, что мне эта легкотня не нравится. Так. Хорошо, вы, наверное, не видите мою мышку. И вообще хорошо, что я настроил, чтобы вы не видели мышки. Так. Блин, вообще экшен. Сейчас уже настоящий экшен, это 100%. Потому что они не приставая где-то идут, и нет мест, чтобы они не шли. Я пытаюсь нести какую-нибудь ерунду, чтобы просто вы слышали голос. Голос как бы в летсплеях, голос слышать в летсплеях, это самое важное. Так, ну ладно, вы по идее звук игры должны тихо слышать. По сюжету. По моему сюжету. Ой-ой-ой, тут целых 3! И тут целых 3. Наверное, потом везде по 3 будут идти. Да у них уже и скорость увеличилась. Так. Я не знаю, почему я видео снимаю и сразу их выкладываю, а не оставляю на потом, чтобы хотя бы по одному видео в день. Ну, наверное, чтобы не запутаться, и сразу выкладываю. Я бы попытался все-таки тут набрать 10 тысяч, потому что я чувствую, что это возможно. Но это видео было бы очень долгим. И я бы столько нервов потратил, а у меня времени сейчас нет. Мне уже надо уходить, и поэтому я так спонтанно, быстренько снимаю. Записать Губку Боба всегда легко. На Айзека нужно очень много времени. Дорогие растения против зомби я давно не снимал. Ну, хотя мои новые подписчики даже... Не смотрели у меня растения против зомби? Ну хотя у меня строка плейлистов есть на канале. Могут посмотреть. Ну хотя там они не очень интересны. Но новые растения против зомби, которые я буду снимать, они будут интересны, потому что я там супер монтажом буду делать. Так. Ну сколько я уже? 2600 набрал. Давайте 3000 наберу. Так. Блин, видео мегабайтов на 100, наверное, получится. Именно сам формат. Блин, я окошечко бандикама сюда не вывел. Ой. Да покфейс. Он что там сказал?
Погодите, я хочу услышать, что он сказал. Да, он вроде бы сказал Poker Face. Так, ну все, с вами был Павешка, оставляйте комментарии. Всем пока.